47-летний Максим Виторган удивил поклонников, поделившись откровенным снимком с молодой возлюбленной. Актер и 28-летняя Нино Нинидзе позировали в постели. Показать фрагмент своих будней влюбленные решили в честь дня рождения актрисы Аглаи Тарасовой. Звезде фильма «Лед» исполнилось 26 лет. В кадре обнаженные Максим и Нино широко улыбаются от переизбытка чувств и эмоций. Пара раскрыла, что их отношения начались ровно год назад. Они нежно поздравили именинницу. «Живи долго, легко и счастливо. И пусть в этот день всегда начинается что-то хорошее, как у нас год назад. Всегда рады прийти к тебе на праздник. Ты только позови», — написал Максим в Instagram Stories. Себя с возлюбленной он с юмором назвал так: «Не наша и не ношена ноша». Нино также поздравила звездную подругу. Дочь и Нинидзе поделилась совместным фото с Аглаей, сделанным на съемках в Суздале. «Девочка моя, очень желаю тебе счастья. Люблю», — лаконично написала возлюбленная Максима Виторгана. Недавно Виторгана возмутила бывшая жена. Актер с Нино развлекли соседей зажигательными танцами на балконе. Дочь Максима рассказала о трехлетнем брате.